Hello everyone, we're here with Nurali Aliev in Moscow, Russia. This is one of the best wrestling gyms here in the country, CSK Moscow, Central Club of the Army. Today we would like to introduce you to some sweep single leg defenses. Quite important, people end up there even in MMA, in wrestling, in BJJ, in grappling quite often. So he's one of the wrestling masters here in Russia, very well respected, so he will be the one who can demonstrate today. Спасибо, пожалуйста. Да, мы сегодня покажем защиту вот от прохода, бокового прохода в ногу, да? Вот, раз, он когда поднимается, хоп, просись. Вот, эту ногу, мы сразу выносим вот сюда, вот. Да? Вот, и мы ее здесь грузим, вот. Если мы просто так лежим, он вырывает уходит, да. Вот, здесь мы ее грузим, вот, чтобы она здесь была. Если он начинает здесь давить на мою руку, вот, смотри, раз мы вывели туда, да? Дальше мы забираем здесь, перешли сюда, на скрестный захват и потихонечку здесь переключаем. Ну, это один из контратак, да, контратак. Если он достал ногу, вот, ногу сюда, вот. Вот пришли сюда и уже забираем захват на провокашку. Но обязательно здесь ноги должны быть толчковые. Не просто так на коленках сидим, а ноги толчковые. Вот. И мы пошли. Ну тут разные варианты есть дальше. Сам обычно ногу взяли. Завали. Ну, может быть, так получится, чтобы он дошел туда дальше. Раз. Вот. Мы здесь давим. Это тоже иногда толчковый. Вот мы давим. И забежали сюда. Но может быть так, что он за ногу ухватился. Я его вырываю, он его держит. Вот. Вот сюда. Эту ногу забираем. И здесь стараемся его нагрузить. Хорошо. Ситуация может быть такая, что он прошел вот, мы забрали руку, мы его тут грузим, вот сюда грузим. Ну, да, если у него здесь нога стоит, то мы уже переходим на эту ногу. А если нога не стоит здесь, это вот, да, опорный, вот. Мы забираем руку и мы просто его продергиваем вот сюда, просто продергиваем. Здесь обратно нужно, отдали ножницы, перехватили и, да. И там, и промокашка, если мы сбоку ставим, нет, здесь, вот здесь, мы ставим сбоку, можно на промокашку взять, можно даже ножницы взять, здесь, когда мы ставим сбоку. Если он поднялся, он пришел. Он встал. Вот она. Еще раз. Он прошел. Я сбросил. Нагрузил. Он встал. Вот она. Это хорошо. Но ситуация может быть такая, что мельницу можно сделать сюда. Вот когда он прошел, я отбросил, вот, он встал туда, он туда ушел, вот, и туда мельница, в другую сторону. Но ситуация такая, что он дошел, и впился в мою ногу, вот. Вот уже те варианты, они не проходят. Я вот здесь стараюсь ниже спуститься, вот. Вот не вот здесь сижу, у меня туда торвет. Я стараюсь спуститься ниже. Вот, вот. Это оргопед сюда. Вот мы зашли. Но мы здесь не останавливаемся. Смотри, когда мы зашли сюда, Мы его сбиваем. Опять на движение вверх. Опять толчок вниз. Но может быть ситуация будет такая, что вот так он встал, вот мы перекрыли. Здесь его контролируем. У нас это называют болтанка. Болтанка, да. Вот. Вот, мы чуть-чуть ближе ползли, он крепко вцепился. Раз! И мы его стопили на сюда. Контролируем. Ну, если он держит ногу хорошо, и не переворачивается, ногу выставляет. Смотри, эту ногу выставляешь. Так, вот, я сюда пошел. Вот так, вот сюда переворачиваю. Вот. Это. Я могу и сюда выйти. И могу сюда выйти. Как ситуация сложится. Да. В армии. Вот еще раз. Я делаю болтанку. Вот я начинаю. Я выхожу сюда. Забрал. Вот. Вот сюда. Вот ситуация. Выясняется, что вариантов? Да. Очень много. Очень много, да. Надо выбрать. Все зависит от ситуации. Как он забрал захват. Где он? Здесь может даже, если он проходит быстро, ближе к колену. Быстро. И раз, он просто перевернул. Все. Это тоже вариант. Да? Просто движение. Правильно? Guys, it's very important what he's saying. It depends on your opponent. How he's going to control the leg, how he's going to grab you, or how he's going to react. Depends on the motion. Yeah. You can take a decision from there. Если он высоко пошел, вот здесь голова. Вот. Он пошел вперед. Камень. Вот. Смотри, мы берем за подбородок, скидываем его сюда, не падаем. Скидываем его сюда и заходим на обратно. Вот здесь обратно. Просто за подбородок. Вот он прошел. Вот. Раз скинули. Ну, ты знаешь, здесь я его туда сбиваю. Здесь я его буду туда сбивать. Допустим. Вот. Вот. Это так. Но если он остался... Да, с колен. Я его скидываю. Посмотри. Он на его... Там. Да. Он там стоит. Я его скинул сюда. Смотри. Он сюда... Оп! Сюда сбиваю. То есть ситуация... Я хотел тот прием сделать, но ситуация, ты чуть по-другому встал, я уже делал прием, другой, скажи. Okay guys, so look, especially in the last two, he was trying to do one technique, I switched from knee to knee, and then he changed to the other. So can you repeat one more time? Еще один раз? Давай. Вот смотри, раз, я его сведу сюда, я могу сейчас сюда, то есть, если ситуация позволяет, сделок обратный, мы делаем обратный. Но если я его голову скинул, вот скинул, смотри, он туда не падает. Наоборот, ногу. Вот туда, не падает. Не падает. Вот, раз, и стучишь. Другую сторону не разбиваешь. Спасибо. So, all comes down to sensitivity and feeling your opponent. And I think the Russian school, the Russian wrestling school, they're one of the best in this. Thank you very much for watching. I hope some of these moves will be helpful for you, and please look up if you want for more videos and more educational. You can go to Nurali Aliev, YouTube, you can find all there. Еще пару со стойки, если в стойке. Если он прошел боковой и стойку вышел сюда, стойку, вот, смотри. Вот если его руку здесь заберу, руку здесь беру, вот, чуть сильнее, вот сюда шаг. Это уже со стойкой. From the feet. Но если я, получается, у меня вытащит его сюда, я его сюда посмотрю. В другую сторону. А если у него голова низко, вот, смотри, я перекрываю сюда, и то же самое. Или отключаю голову вниз, отключаю голову. Вот, иду вперед, вот сюда. Сюда один бросок. На самом деле в этой ситуации мы показали не все. Ну, на этот момент достаточно. Скажу, что не все, там еще From this situation, what he's saying, we haven't shown everything, just the main variations, what you can do. But I think the best thing, just choose a couple of those things, drill them, and try to build up on it. Вот, например, я его держу на обратно, допустим, да? Держи на него. Вот смотри, я его обратно. Ухаживаю сюда, да? Он оттягивается вниз, вниз, вот сюда, да? Не дай его. Я загораю здесь. Не выставляйтесь. Да. Вот сюда. Вот. Видишь? Вот сюда. Да. Вот. То есть еще каждый прием, который, допустим, не идет, то есть вариант Б, вариант С и так далее. If one of the variation does not work, there is always variation A, change to variation B, but try to sense the technique, try to sense the move the best. And the last move. The way he hooked my elbow, it's good sometimes in BJJ, in grappling you can tap. The worst thing in wrestling you cannot tap. But anyway, check Nurali Aliev on YouTube and please enjoy the techniques. All the best. Спасибо.